Я только что вернулась с пункта выдачи и забрала вот такую огромную посылку. Самые будут нужные мне вещи формировала очень быстро. И все из-за того, что в мгновенных предложениях увидела прекрасную сыворотку от Instant Naturals. Там, знаете, есть на iHerb сейчас такой раздел. Каждый час на большой скидке товары меняются, и вам нужно просто успеть их забрать, потому что количество товара по такой цене ограничено. Рекомендую вам формировать корзину, и когда вы видите такое предложение, то, что вы хотите, добавлять, потому что здесь просто прекрасный состав у этой сыворотки, и она была, ну не знаю, по-моему, 50% на нее было, это бывает редко. В основном сайты iHerb делают такие скидки только на свои продукты, а у меня как раз заканчивается сыворотка Anti-Pollution, это та сыворотка, которой я второй год я пользуюсь летом. Я захотела что-то новое, мне понравилась эта сыворотка с ниацинамидом, потому что она предназначена именно для сухой кожи, я еще ничего не вскрывала. И это будет скорее видеораспаковка, потому что подробный отзыв вы увидите во влогах. Состав мне понравился, и понравилось то, что этой сывороткой можно пользоваться летом. В основном у Instant Naturals в составе есть либо кислоты, либо витамин С, либо ретинол. А это те продукты, которые в жаркое время лучше не использовать. Здесь в составе находится гиалуроновая кислота, витамин Е, масло авокадо и экстракт розмарина. Еще куча-куча всяких полезных компонентов. На основе алоэ, да, здесь вода, потом следующее идет алоэ. Такой ниацинамид, я думаю, многие знают. Это водорастворимый витамин В3, который способствует общему омоложению кожи и быстрее заживлению различных повреждений. Акне, шрамики, у вас все быстрее намного затягивается. Очень, кстати, интересный компонент, который сейчас модно использовать во всяких сыворотках, кремах. Сыворотка направлена на выравнивание цвета лица, омоложение кожи за счет именно осветления каких-то возрастных пятен, и вместе с этим имеет еще антиоксидантный эффект в качестве консерванта именно витамин Е. Буду надеяться, что эта сыворотка мне также понравится, как и сыворотка Anti-Pollution. Хочу что-то попробовать. Здесь видите большой объем, а стоила эта сыворотка по акции, стоила дешевле. Так, что у меня здесь еще? Зачем очень долго гонялась? Магниевое масло. О, это такая крутая штука. Производитель заявляет, что в 4 распылениях содержится 66 миллиграмм магния. Это очень много. Применяется он от выпадения волос, при бессоннице, при нервных расстройствах, как дезодорант, при головной боли. Если у вас какие-то мышечные боли, его применяют при массажах. Магний очень хорошо усваивается через кожу. Почему? Потому что вот эта водичка, она проникает через кожу, растворяет отложение кальция в нашем организме. Если вы на волосы используете, то, соответственно, она вот в этих фолликулах волоса растворяет этот кальций. Это почему важно выводить этот кальций? Избыток, вот конкретно, если мы о волосах говорим, в наших фолликулах приводит к тому, что волосы просто не усваивают питательные вещества, выпадают. И, соответственно, мы теряем нашу шевелюру. Так вот, вот эта водичка растворяет именно вот эти соли. И за счет этого наши волосы вновь становятся живыми, объемными, потому что они могут усваивать питательные вещества из других продуктов. И в целом они становятся более живыми. Поэтому вот за 30 минут до мытья головы, почему за 30 минут до мытья головы? Потому что при его использовании образуется такая солевая корочка. И, конечно, ее можно вычесать, но мне больше нравится смыть. Чем больше вы поддержите, тем, естественно, будет больше эффект. Но вообще девушки очень хвалят. И самое главное, если вот после беременности у вас очень сильно выпадают волосы, в основном вам ничего, да, когда идет период лактации, ничего нельзя, никакие продукты употреблять, все там нужно смотреть на этикетке. Вот магний можно употреблять, можно восстанавливать ваше выпадение волос, если это вот после родовой стресс, именно вот таким магниевым маслом.
Именно у LifeLaw есть очень-очень много видов этого магниевого масла. Есть в виде лосьонов, если вы там практикуете массаж. Есть еще просто солевые вот такие баночки для принятия ванн. Но даже вот эта штучка, можно с нее делать и ванночки для рук, для ног, если у вас болит что-то за ночь. Если у вас у бабушек, у мам болят суставы, можно также на ночь колено или больное место помазать, и на самом деле он утоляет вот эту боль за счет именно растворения кальция. В общем, прекрасная штука, я ее взяла в основном против выпадения волос, но еще буду практиковать для улучшения сна на ночь. Говорят, что спится после вот таких ваночек с применением соли и магния, либо магниевого масла, просто великолепно, но мне жалковато для ванны использовать, потому что дороговатая вещь, $7 она стоила, правда, была акция какая-то тоже, была скидка на этот бренд, да, но все равно я бы попробую пока только на волосы. Так, что у меня здесь еще? У меня здесь вкусняшка. Это кокосовые чипсы. Я равнодушна ко всему кокосу, поэтому никогда не заказывала эту штуку. Такой перекус. Но случайно увидела в фикс-прайсе кокосовые чипсы. Купила, и мне понравилось. Только там содержался сахар. А здесь... Так, здесь я сахара не вижу. Кажется, что на Хёрби более полезные продукты. Но это на самом деле так. Очень недорогая штука. В фикс-прайсе $1, по-моему, стоит маленький пакетик. Здесь 200 грамм. И это стоило около $2-3. То есть на Хёрби это брать выгоднее. Они безвкусные. Чисто спрессованные. Мякоть кокоса. Более натуральный вкус, чем в фикс-прайсе. Мне больше нравится. И я точно много его не съем, потому что я кокос... Ну так, осторожно к кокосу отношусь. И думаю, что это будет хорошая штука, чтобы что-то посыпать, скорее всего. Какую-то выпечку в кашу я вряд ли это буду добавлять. Ну и, скорее всего, как перекус. Дальше у меня добавочка. Тоже долго ее хотела заказать. Так наступает осень. Заболевания у нас скоро будут. Кстати, говорят, что заказываются хирург, не болеют. Я заказываю для всей семьи, стараюсь не заболевать, потому что есть добавки. То есть мое заболевание переходит в стадию острую. Там просто заканчиваются легким ОРВИ. Кора муравьиного дерева. Бывается в Южной Америке. Вот эта кора, она продается не в виде капсул, да, здесь уже сделано в виде пилюлек. Вот этот вот порошочек этой коры. А есть прямо... Прямо вот кора, и с него делают чай, заваривают. Вот эта кора обладает очень хорошим противовирусным, дезинфицирующим и противовоспалительным эффектом. Используют поэтому чаще всего при любых каких-то вирусных заболеваниях. ОРВИ, лор очень хорошо на вот носоглотку действует как противовоспалительное средство. И еще хорошо при артритах. При астмах, то есть, ну, все, что связано с воспалением, и с грибками хорошо борется. Также пьют люди с бронхиальной астмой, лечат гинекологические заболевания при сахарном диабете. Есть и противопоказания у этой травки, не всегда она хорошо воспринимается нашим желудком. Есть некоторые люди, которые ее плохо переносят, поэтому здесь нужно смотреть. Я поэтому взяла пока на пробу 100 капсул. Это не совсем дорогая добавка. Бренд Solar, он достаточно бюджетный. Они производят очень хорошие добавки по невысокой стоимости. Поэтому буду смотреть, как оно будет помогать именно вот в простудные вот эти сезоны. Это такая аптечка, которая у меня всегда должна быть, прополис. Я беру его всегда постоянно. Это моя аптечка, потому что мне продукты пчеловодства помогают просто вот на ура. Они всегда, когда я заболеваю, ухо, горло, нос, это вот все мои три органа, которые чаще всего страдают, когда начинается зима. И я всегда пью прополис и маточное молочко, поэтому я беру большие банки, 240 капсул. Когда заболеваете или вот по такие острые периоды, обязательно одну капсулу вместе с едой в день для профилактики. Когда заболеваете, можете до 3 капсул выпить, чтобы улучшить ваше состояние. Пьют его особенно при бронхиальных заболеваниях, если подвержены частому кашлю, астматическому такому кашлю, трахеитам, он именно хорошо чистит наши бронхи. И еще у меня здесь еще очень интересная добавка L-теанин. Это вещество, которое содержится в зеленом чае и обладает, скажем так,
антистрессовым эффектом, но он очень интересен тем, что он не вызывает сонливость, оставляет наш ум ясным, более того, он способствует лучшей работе, то есть наш мозг лучше работает, и при этом мы, как знаете, такие сильные, спокойные, стрессоустойчивые, при этом мы не нервничаем, мы расслаблены, то есть оно нормализует наше состояние, наш внутренний стержень, и мы становимся такими стойкими, оловянными солдатиками. Вещество это очень интересно, потому что в основном все успокоительные средства, они все так расслабляют, и вам от них хочется спать. Я поэтому взяла на пробу 30 капсул. Само вещество вырабатывается из зеленого чая, но чтобы получить такую дозу L-теанина, как содержится в одной капсуле, вам нужно выпить около 10 чашек чая зеленого в день, и там уже начнутся побочки, потому что такое количество зеленого чая не полезно, оно повышает давление, сердцебиение. Тоже очень дорогая добавка, если хотите заказать что-то такое успокоительное, рекомендую, посмотрите на этот препарат. И мелатонин заказала не себе, а более пожилых людей рекомендуется. Людей в возрасте не вырабатывается вот этот гормон, который у нас в организме в молодом возрасте постоянно работает, и с приходом ночного времени суток нам хочется спать. Вот взрослые иногда испытывают дефицит этого гормона, и вместо снотворного, которые вызывают много побочек, и прекрасно знаем, что химические препараты не очень хорошо, попробуйте заказать вашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам такую прекрасную добавку мелатонин 3 миллиграмма. Но здесь будьте осторожны, начните с маленькой дозировки, потому что переизбыток этого гормона тоже не очень хорошо. Все, моя посылка закончилась. Вот такая у меня была распаковка. Я по всем вам подробнее расскажу позже, что понравилось, что нет. Это была посылка первое впечатление. До встречи в других видео!